Конечно, мне ужасно льстит, что я Дугард, а то Тарковский. Смирюсь себя с ролью травести, вдруг кайф почувствовал Тарковский. Еще узнала я вчера, что Робертом была когда-то, да-да, рождественским. Ура! Но где же тогда моя зарплата? Еще нервирует одно. В цепочке перевоплощений, конечно, гениев полно, да в этом списке каждый гений. Но все же реальные мужики. Дискриминация, о горе, не приписали ни строки. Барто, Цветаевой, или Морец, или комплимент. А вдруг мой слог так ясен, прост и безупречен, что приписать никто не смог его какой-нибудь из женщин. Ведь бабские стихи всегда за километр видны без лупы. В таких стихах одна вода, они глупы. И все же глупы, полно в них розовых соплей, то вдруг страдания без края, то слезы льются, то илей, то атом глав, то блики рая. Видать, мне очень подошел под женских опусов канон и про благодарность мой стишок, что, в общем, даже хорошо. И я, сдержав обиды стоны, хочу совет дать от души под дело лепящим игрушки, чтобы потом посмешить. Пишите под стихом А. Пушкин.